Мішаємо цибульки. Ніжно-ніжно. Солі. На вкус. Лимона на вкус. Естественно, перца. Куда мы без перца? Добавляем подсолнечное масло для быстрого приготовления. И перемешиваем медленно, не спеша. Все будет вкусно. И цибулька. Мясо готово. Через 2 часа можно уже на шампура. Красота? Красиво. При жарке шашлыка быстрое приготовление. Еще осталось минут 10-12 максимум. И будем кушать.